Рабочая группа Агентства продбезопасности Азербайджана продолжает эпизоотические мониторинги, начавшиеся с 9 марта с целью защиты территории страны от высокопатогенного птичьего гриппа. Мониторинг проводится среди диких птиц в охотничьих угодьях Акзибир и Яшма в Шабранском и Хазинском районах, в водно-болотистых морских зонах и других территориях Абширонского, Шерванского, Акгёльского, Газалагачского национальных парков, Сальянского, Акджабединского и Лянькяранского районов. Кроме того, диагностические образцы были изъяты у домашней птицы в промышленных птицеводческих предприятиях большого и малого объема в Хачмасском, Шабранском, Сиязанском, Акджабединском, Гусарском, Сальянском и Лянькяранском районах. В настоящее время мониторинги продолжаются на территории Баку и Абширона, Лянькяранского, Джалилабадского, Зардабского, Хызинского районов. По данным Всемирной организации здоровья животных, в текущем сезоне в ряде стран мира, в том числе в соседних с Азербайджаном странах, зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, и ареал распространения заболевания продолжает расширяться.